Здравствуйте. Пару слов про четвертую передачу Шурыгиной. Пришел несчастный ребенок, ради хайпа, конечно же. Всем же нравится говно ложками есть. Как можно вообще хотеть нарочно популярность? Ей за эти передачи просто хорошо платят, вот она и ходит. Ничего зазорного. Популярность – это то, чего не должен хотеть нормальный человек вообще. Почему я и не стараюсь показывать себя в своих роликах? Ладно, от темы. Приходит господин Соболев. Ну, Соболев и ханжа. Такой неравнодушный, что хлебало трескается от возмущения. Дали бы ему волю, он бы Дианину в порошок тер бы. Это личная неприязнь, его к ней. Внешность Соболева, которую он сам считает идеальной. Джигурда, блин, то красивее будет. Рада, что в этой передаче главной героине было гораздо больше поддержки, чем в предыдущих. Диана жертва преступления. Даже если она хотела сначала секса, а потом передумала, то статьи на Сереге остаются все теми же статьями. Шляпин засунул свои зубы в передачу, но его сторону я вообще не поняла. Его бывшая жена, которая его, несомненно, еще любит, словно снизошла из института благородных монахинь. Никто никогда не трахался, никто никогда не пил, а Диана нарушила законы природы и сломала стереотипы. Ну, это сарказм, конечно же. Я скажу так, в СНГ культ мужчин, в СНГ патриархат. Мальчиков любят, а девочки по жизни угнетены. На их, помимо учебы и работы, того же, что и на мальчиках также, еще и готовка, уборка, стирка и, главное, рождение и воспитание детей. На женщине все. И не говорите мне, что сейчас век технологий, домашние работы не занимают таких усилий, как раньше. Не у всех есть такой комфорт, как у богатых людей. Для многих ничего особенно не поменялось с прошлого века. Ну, телефоны обычно у всех, компьютеры. Но не все при всем, чтобы домашнее хозяйство было полностью роботизировано. Но мать в СНГ ущемлена больше всего. С нее требуют сразу за весь мир. Не воспитали девочку, ко-ко-ко. У всех орущих и советующих блогеров уже есть ведь... Поставлены на ноги дети, всем им по 40, и жизнь за плечами прожитая, мудрые все. На самом деле нет. У меня все, пока. Подпишись и все такое. Женщине нельзя носить удобные короткие стрижки. Это из фактов внешности больше всего бесит.